Приезжаем в Косово. Завтра марафон Уцул Трофи. Всем привет из Косово, Ивано-Франковская область, Прикарпатье. Несмотря на то, что здесь только начинаются горы серьезные, судя по отзывам, градиенты тут есть приличные, трек прикольный, есть где пострадать. Прикольный будет марафон. Стартанули достаточно мягенько, как всегда на марафонах это бывает. Проехали по центру города, все вместе, за машиной полиции. Вот, а потом выехали на окружную города и уже начались ускорения, ребята поехали вперед, какая-то чехарда. Ехал себе сзади спокойненько, смотрел это все, и потом кто-то, естественно, притерся. Женя Закора улетел на асфальт. Неприятный момент, когда в начале гонки какой-то завал происходит. Это все из-за нервов. Поэтому стартуйте плавненько, никогда не надо на первых километрах рвать, за кем-то гнаться. Начался подъем. Впереди был уже Женя Закора, который перебрался после падения вперед. Серега Гуменюк, Кохан, Жученко, Черкас, Биос. Вроде все. Вот, ну, в первый же торчок нормальный начали добавлять, уехали с Женей. Вот, трек очень прикольный, в основном проходит по лесу. Так и поднялись по буковому лесу на хребет. По сторонам проглядывались прикольные виды на Ивано-Франкивскую область, на Косов. Женя в конце первого торчка отскочил метров на 50. Особо не рвался, ноги были тяжелые. Вот, поэтому поехал своим темпом, особо решил не гнаться. Даже неделю назад на ЛКУ уже не был посильнее, поэтому трезво оценивал свои силы. Дальше офигенный был подъем на вторую гору. По ней отличный такой спуск, местами реально стремался. Вот, надеюсь, все доедут целыми, невредимыми, потому что на самом деле спуск такой не марафонский, а вполне кросс-контрийный получился. Вот, виды классные были, там местами на полонину выезжали, красота. И потом еду, смотрю, Женя стоит, качается баллончиком CO2. Вот, быстро отремонтировался, видно. Спуск через село, равнинку, последние КП, проехали вместе. Вот в последний подъем отдал все, что было, но все равно Женя отскочил опять же. Поборолись, кайфанули. Вот, велик не подвел. Как всегда, SWORX Epic. Резина Fast Track,
Control для гор, наилучший выбор. Седло Power, трансмиссия SRAM XX1, тормоза XTR. Второй сезон, велосипед радует, не подводит и приносит удовольствие. До встречи в следующем году в Косове. Всем пока!